Привет всем! Началось бабье лето, и зацвела красавица Бодлея. В народе его еще называют бабочковое дерево. Очень легко понять почему. А вообще здесь не только бабочки, здесь все пчелы, мотыльки, шмели. Всех, кто любит сладкое. А следом за ними тех, кто любит сладкое, то есть шершни. Они здесь охотятся. И вообще, вокруг Бодлеи осенью жизнь просто кипит. А бабочки кучами разного вида. Встречаются даже днем ночные мотыльки. И еще часто прилетают мотыльки бражника. Их у нас называют маленькими колибри. И действительно очень похожи, как птички. Иногда бабочки не помещаются на гроздях цветов. И иногда даже начинается война за место. Вот такая красавица Бодлея. Всем пока, до новых встреч. Нас еще ждет много интересных приключений и экспериментов.